Начнем с приятной спортивной новости. Анастасия Зименкова – победительница молодежного чемпионата Европы по борьбе. Соревнования среди спортсменов до 23 лет в эти дни принимает сербский Новый Сад. В решающей схватке весовой категории до 72 килограммов Зименкова победила румынку Александру Анхил 4-2. Отмечу, что наша спортсменка также является серебряным призером форума континента прошлого года среди взрослых атлетов. Награда Анастасии стала второй в копилке нашей сборной. Ранее Ксения Станкевич в весе 50 взяла бронзу. Чемпионат завершится завтра.